Всем привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Я в таком виде вас встречаю специально, чтобы вы подумали, боже мой, что же Селена собирается сделать. А сегодня мы с вами будем наращивать волосы, наконец-таки, да, я решила, но другим способом. Ленточным способом. Сейчас я все о них расскажу, покажу вам волосы. Перед тем, как наращивать, ко мне сегодня мастер придет. Перед тем, как наращивать волосы, она сказала помыть мне их, помыть голову шампунем без содержания масел. Я долго искала, но в принципе у меня 50 на 50. 50 шампуней у меня с маслами, оказывается, я даже никогда в состав не заглядывала. 50 шампуней без масла. В общем, для чувствительной кожи я взяла, помыла без бальзама, без ничего, просто помыла свои волосы. Сейчас я их пойду посушу, просто на фен как бы протяну, какие они у меня есть, да? Ой, это будет, наверное, без бальзама сложно, вообще, представляете? Это невозможно. Я, кстати, сейчас попробую своей расческой крутой расчесать. Без бальзама она будет так же круто расчесывать их или нет? В общем, сейчас посушу и все вам расскажу, почему решила ленточные делать, какие волосы, где купила, за сколько будет делать мне девочка наращивание, и чем вообще мне это наращивание понравилось, и почему вообще я решила его сделать. Оставайтесь со мной, скоро вернусь. Начала расчесывать волосы, думаю, надо же девочкам показать свою расческу. Вот такая расческа, я ее покупала в ленте, у меня еще одна такая есть, я ее купила тоже в ленте. Она реально очень классная, вот представьте, у меня волосы без бальзама, вот я беру прядку. Ну, конечно, не так, как с бальзамом, но расчесывает очень аккуратно, видите? Хотя говорят мокрые кто-то говорит, что мокрые волосы расчесывать нельзя. Я всегда расчесываю мокрые волосы, единственное, что с бальзамом. Сейчас хочу их расчесать, чтобы просто они быстрее высохли. Так, ну так вот я сушу их расчесанные, они быстрее высыхают. Та-дам! Ну что, я пришла, посушила волосы, к наращиванию готова. Пока сейчас еще придет, через полчаса или через час мастер где-то придет, ну, в зависимости от пробок, как она до меня доедет. Мастера, кстати, сейчас все расскажу. Так, волосы нормальные, в принципе, они у меня даже без бальзама, видите, блестят все равно, хорошие. Итак, какое наращивание мы будем делать? Сегодня мы будем делать ленточное наращивание вот такими вот лентами. Смотрите, вот, это одна ленточка. Она силиконовая, вот такая вот, видите, гнется, очень мягенькая, прям приятная на ощупь. И из нее вот так вот волосенки у нас. Длина у нас будет 60 сантиметров. Вот еще одна прядка. Когда придет мастер, она мне сделает коррекцию, она прилепит сюда двухсторонний скотч. И уже будет лепить непосредственно под мою прядь и на мою прядь. И вот между ними будет вот так вот держаться моя прядка. Вот таким образом. Получается, из двух у нас одна прядь, а между ними моя. Вот так. Так, сейчас расскажу, где я брала волосы, почему я решила взять ленточное. Давайте начнем с того, что ленточное наращивание. Я решила попробовать новый вид наращивания, потому что в прошлый раз я делала капсульным и осталась не совсем довольна по итогу. Подробности потом я, возможно, расскажу, когда буду сравнивать и одну коррекцию со второй. Я думаю, на эту тему снять вообще отдельное видео, когда уже проношу, когда уже буду точно знать плюсы и минусы одного и второго наращивания. Но первым я была не совсем довольна, повторять его не хочу, но решила, что хочу вернуть длинные волосы, пока свои буду отращивать. Они у меня довольно быстро растут. Вот, в принципе, да, но насмотревшись своих старых видео в эфирах, где я песни пою, и где мы с Кристиной в Бельгии, там везде у меня свои белые густые волосы, и я просто невозможно, загорелись опять у меня в одном месте, понимаете, что. И я побежала искать новые виды наращивания. Сестра моего мужа скинула мне видео, там было наращивание биолентами, но биоленты я не нашла, и вообще у меня захейтили все магазины, где продаются вот такое ленточное наращивание, они все захейтили биоленточное наращивание. Это тоже вид наращивания, новый сейчас. Его делают вручную, такую метровую ленту. И здесь у нас смысл в том, что твоя прядка между лентами крепится вот так и фиксируется, да? А там смысл в том, что ты берешь вот эту вот ленту, да, размера, которого тебе нужно, лепишь ее на свои волосы и сверху накрываешь своими волосами, и как бы одна прядка держится между твоими волосами. То есть смысл понятен, все это интересно, и все это мы будем с вами делать, потому что все уже я заказала для этих видео в магазинах, обязательно все вам покажу, протестим, но сегодня мы будем пробовать именно вот это ленточное наращивание, которое продается в любом магазине, где продаются волосы, в принципе, вот так я узнавала, везде это есть.
Вот, продаются они обычно в наборе 20 прядок, то есть одинарных 20 прядок, а их нужно будет складывать, то есть всего по факту их где-то 10 получается, да, прядок. И, конечно же, одной пачки всегда мало, но 2 минимум надо брать. У меня здесь 3 пачки. И покупала я эти волосы на Авито. Почему я решила, девочки, взять их на Авито? Потому что в прошлый раз я проносила свои волосы, которые купила за 21 500, и то это было со скидкой. Не очень хорошего качества волосы были, мне они не понравились, я их быстро продала, потому что они пушились. А у меня структура волос, видите, я просто посушила, и они довольно-таки ровные, не пушистые. И у меня была не славянка, а эти уже славянка. И так как непредсказуемо я потратила большую сумму, в принципе, на эти волосы, проносила 2 недели, понимаете, и уже не хочу больше их носить, я подумала, что не стоит мне идти прямо в магазин, хотя я прошла магазины, я приценилась, цены есть разные, слишком дешевые я не захотела брать, потому что я думаю, ну блин, это просто волосы, наверное, не очень хорошие, как раз таки будут пушиться. А хорошие волосы стоят, ну вот 60 сантиметров, да, вот этих 20 прядок в упаковке, это 50 грамм там всего лишь, они стоят 10 тысяч рублей, от 10, девчонки, вот такие цены. Вот, соответственно, я залезла на Авито, думаю, ну, посмотрю, кто продает, познакомлюсь с девочкой, если мне понравится ее энергетика, я, в принципе, буду не против носить ее волосы, да, если у человека хорошая энергетика, ты понимаешь, что он ее поносил, уже напитал своей энергетикой, классно все, вот. И мне понравилось по телефону, я такая звоню, алло, у вас там продаются волосы, здесь, девочки, 3 пачки, здесь где-то 150 грамм волос. Она сначала покупала себе 2 пачки, а потом докупила еще 1. Здесь можно даже посмотреть, что немножко отличаются вот эти ленты по цвету. Посмотрите, вот эти она носила до, и, видимо, она их тонировала, лента немного покрасилась. А вот эти свежие, которые она никак не тонировала, видите, цвет отличается. Вот, но, в принципе, к моим волосам что то подходит хорошо. Вот эти, конечно, менее заметны, да? Вот. Ну, ничего страшного, мы их сделаем где-то в середину. Сам факт того, что я поношу, пойму, насколько мне нравится, не нравится, удобно, неудобно. И потом уже я смогу точно определиться и купить, пойти новые ленты, зная, какой размер мне нужен, какие волосы и в каком магазине это брать. Она брала это в Мире волос. Одна такая пачка стоит 10 тысяч рублей. Я заходила туда, сейчас вот 9 900 стоит одна пачка. Я как раз таки примеряла этот цвет, прежде чем к ней ехать. Вот, он мне подошел идеально, видите? Поэтому я взяла и пошла, купила у нее волосы. По телефону она мне сразу понравилась, я уже почувствовала энергетику. Потом я с ней встретилась, блондинка, худенькая, красивенькая. Все мне рассказала, ответила на все мои вопросы. Волосы, говорит, неубиваемые, у меня было 4 коррекции. Я их уже помыла. Единственное, что я их помыла с бальзамом, не знаю, может быть, не надо было. Но я думаю, если что, мы ленты протрем обезжиривателем, да, чтобы убрать любые масла или еще что-то, если тут что-то осталось. Но это уже мастер сделает. Также она мне посоветовала своего мастера, который сейчас придет. Она делает на дому. Стоить это будет 2 500. Само налепливание этих вот прядей готовых, если вот вы купили в магазине готовые, налепить 1500. А так как я их покупала уже, да, то здесь вообще был клей. Я его сама отклеила, потому что я уже просмотрела 1000 роликов, как это делать. Очень быстро оно все отклеивается. Вот двусторонний скотч здесь, да, такой. Помыла их, посушила, просто посушила, не вытягивала. Вот они как красиво, в принципе, лежат. Ну, довольно-таки много густоты. Возможно, она мне даже будет делать не все, потому что хочется некой легкости на голове. Но, а там уже посмотрим, сколько она мне их сделает. Вот, волосы, в принципе, я довольна ими, структура напоминает меня, но уже посмотрим, как будет в носке. Вот, и 1000 рублей стоит вот это вот все дело наклеить. В общем, все, сейчас волосы еще немножко подсушу, хорошо, чтобы они были хорошо просушены, и она уже придет скоро, и будем наращивать. Звонит. Так, девочки, мастер приехала, вот, смотрите, она просто клеит вот такие, это двухсторонний скотч, да? Да, это двухсторонний скотч. Сейчас мы все это дело налепим и потом будем клеить. Все, девочки, все прилепили. Времени заняло это минут 20-25. Сейчас идем клеить. Так, все, девочки, мы начали работу. Та-дам! Я в безумном предвкушении. Не знаю, я бы вот так вот не смогла делать. Я уже поняла. Ты так не сможешь. А почему? Ну, блин, это все равно то же самое, что ресницы наращивать. Кто-то может, а кто-то даже не прикоснется. Вот. У меня сюда так волос. Ну, ресницы сложнее наращивать, на самом деле. Кропотливо.
клеила еще работа. Ну и спина. Болит спина очень. Я тоже отучилась, но не смогла. Да? Из-за спины, да, мне проблемы из-за спины. Стоять я могу. Вот, немножко от кожи нужно отступать. Миллиметр, да? Ну, примерно. И сверху наклеивается. Мы миксуем там, кстати, темную снизу, светлую сверху. И никакого жирового воздействия, или как там? Теплового. То не просто тепловое. Горячее. То вообще горячее воздействие. Ну, челку можно самому так делать, наверное, да? Делают? Височную зону. Височную, да, вот здесь вот по бокам. Кто-то только и наращивает височную зону. А что это когда будет? А, височная, когда не хватает. Отделил, там что-то подклеил. И все, и готово, и держится. Ну, даже и я, например, вот если я знаю человека, я делаю не первый раз. Я делаю быстро, потому что я знаю, что я делаю рост волос человека. А если вот я делаю первый раз, когда я делаю, ну, это тоже долго. Вот сейчас это долго. Ну, то есть за этот период времени можно сделать целую коррекцию, пока здесь леплю, что-то выгадываю, обрезаю и так далее. В принципе, я, если что, пойду, чтобы мне сделали ровный срезик. И мы тогда в следующий раз попробуем запомнить, да, чтобы так же их и положить. Да? Да. В смысле, ты хочешь их подрезать? Я хочу ровный такой срез. Да. Мне кажется, так они здорово выглядят, здоровыми. Мне кажется, так должно быть. По-правильному. Ну что, мои хорошие, наращивание готово. Прошло у нас меньше, чем полтора часа. Вот, все очень быстро, у меня не успела болеть спина. Первые мои впечатления, девочки, это то, что я трогаю вот так вот волосы. Вот так вот просто, да, меня кто-нибудь гладит. Или просто дотрагивается до головы. Абсолютно ничего не чувствуете, ничего не поменялось. Мои волосы или они нарощенные, чего не скажешь о капсулах. Если трогаешь вот так вот капсулы, ты будешь чувствовать, что там что-то у тебя пластмассовое. Это первое, что мне очень сильно понравилось. Дальше мы здесь немножко решили оставить челку. Почему? Просто потому, что оказалось, мы сделали все три комплекта. И, в принципе, мне можно было бы сделать и больше. Мне прям буквально не хватило еще 2-3 прядок. Но идея с челкой мне понравилась. Кто-то специально обрезает даже челку, да, чтобы сделать какие-то здесь. А плюс мы не стали сильно сюда наращивать, то есть посмотреть еще, потому что я всегда убираю длинные волосы за уши. Если бы у меня здесь были прядки, то тут могло бы быть их видно, и они бы торчали, как у меня было в прошлый раз с капсулами, например. Их тоже было видно, когда я вот так делала, мне нужно было смотреть, чтобы ничего не было видно. Здесь же у меня все свободно, да, то есть я могу даже какие-то делать еще и прически, да, там поднимать как-то хвост. Она обо всем этом позаботилась, чтобы у меня был хвост. Эти прядки я буду вообще вот так вот укладывать вот сюда. Вот. Что-то такое будет. Так как волосы я мыла свои без бальзама, у меня немного торчат кончики, вот, и, ну, возможно, сейчас, может быть, как-то не совсем идеально ровно оно лежит в длине волос, вот, только потому, что они у меня немного такие распушенные, но в целом мне очень нравится, сейчас я покручусь для вас и посмотрите, мне кажется, идеально подобрали цвет, и прям мне очень комфортно, максимально, я даже не ожидала, но останется только посмотреть, как я их буду мыть, как я их буду сушить, и как они будут у меня в носке. Девочка, которая была, говорит, блин, я так отговаривала, предыдущая девочка, которая продавала мне волосы, это же ее мастер, она говорит, я когда узнала, что она будет их продавать, я ей говорю, оставь, но она захотела больше, говорит, я вообще... Говорит, в последний момент я хотела их, эти волосы, купить сама, потому что я знаю, как она за ними ухаживала, она очень аккуратная, вот, то есть уход для этих волос нарощенных она делала, она же ей и делала этот уход, и я знаю, сколько всего было проделано с этими волосами ухода, я хотела эти волосы купить, но, говорит, я когда позвонила, узнала, что она их выставила, она уже сказала, что все, сейчас девочка приедет, а эта девочка я, в общем, мастер этот у меня, и она говорит, волосы реально хорошие, тебе очень повезло, что ты за такую цену их купила.
и у этой девочки. Все, сейчас покажу в полный рост, зацените. Попроще, а то правда казалось. Не могу попроще с такими волосами, уже попроще нельзя. Хвостик. Хопки. Не прощешь волосы. Даже еще до изготовления хвостика почти ничего не видно. Можно даже на улице его заплетать. Ну, как бы видно, но так себе. Вот так вот вообще не видно. Ну, еще и подвыровняешь вообще, так-то сейчас нормально в целом тоже. И главное, что ничего нигде не тянет, очень комфортно. С капсулами такого не было мне. В общем, ты теперь понравилась. Вообще, ты сейчас рассыпала волосы, да. Там ничего нет. Мне вот сейчас первые впечатления, мне в 10 раз больше нравится, чем лазерная, хотела сказать, чем капсульная. Ну что, мои хорошие, как вы уже поняли, я полностью довольна. Сейчас немножечко кончики обработала маслицем. Мне, в принципе, реально все очень-очень сильно нравится. И я радуюсь, что можно делать хвост, и ничего нигде не видно. Это реально круто, потому что до этого с капсулами я хвост поднять не могла. Мало того, что у меня хвост был вот такой вот. Понимаете, такая резинка должна быть. То есть сам хвост был очень-очень, из-за того, что они и пышные были, их много было очень. Невозможно, это было бы тяжело, такой хвост невозможно было бы носить. Здесь, то есть, можно иногда сделать прическу. Я все равно высокие хвосты сильно часто не делаю, так, чтобы с ними куда-то ходить. Но для видео или какую-то прическу, да, то есть можно сделать. Вот, волосы эти не были вытянуты на утюжок изначально. И как бы мне нравится, что так же, как и мои, я их посушу. Посмотрим, в общем, сколько я похожу, пока я очень рада, и мне вот так нравится все трогать, и я чувствую легкость на голове, вот. Мастер мне сказала, что, в принципе, уже завтра я могу мыть голову, если захочу, капсулы, ой, эти ленты очень хорошо и плотно сели, а послезавтра, если я захочу вдруг тонироваться или краситься, я уже могу, в принципе, послезавтра краситься, вот. Ну, вообще, я думала, знаете что, пойти к мастеру, которая стрижет мне, да, горячими ножницами, я подумала, пойду и сделаю ровный срез, но здесь кончики немного другие. Ну, не немного, а кардинально другие, чем в прошлом наращивании. И здесь они, в принципе, меня не напрягают, потому что они довольно-таки здоровыми выглядят. Видите? Ну, они более плотные, как-то так. Поэтому я думаю, что пока я не буду их равнять, вот. И вот эта челка мне тоже нравится. Я ее попробую как-то поукладывать, чтобы была такая, ну, не просто ровная, да, а какая-то более интересная. На следующее наращивание уже... Через месяц, там, полтора будем смотреть, как отрастают волосы. Вообще через месяц где-то по-хорошему лучше, да. Мы уже будем смотреть, возможно, мы достанем откуда-то сзади прядки и вот сюда еще маленькие повесим. Но она говорит, уже не так будет удобно делать вот так вот, убирать за уши волосы. А я это делаю, девочки, постоянно, тем более с длинными волосами, сами понимаете. Вот. Короче, полный комфорт. Я довольна. Я знаю, что наверняка среди моих девочек тоже есть, кто наращивал ленты, но, может быть, молчал. Расскажите тоже о своем опыте. Если вы пробовали и капсулы, и ленты, тоже расскажите о своем опыте в комментариях. И еще, кстати, из истории мастера, она говорит, одна девочка ко мне ездила и всегда делала капсулы там очень много лет. Лет 6, наверное, делала капсулы. И я, говорит, ее всегда уговаривала, чтобы она перешла на ленты. Почему? Потому что она приезжала с другого города и все время спонтанно. А на капсульное наращивание нужно больше времени.
Вот. И в один момент, там, перед каким-то праздником, когда реально не было времени, она все-таки решилась на ленточное наращивание. И уже, говорит, 3 года наращивает лентами. И говорит, что же я раньше их не попробовала. Они намного комфортнее, дешевле и быстрее. Вот. Но все равно есть индивидуальный как бы момент, да, кому-то все-таки нравятся капсулы больше. Но я считаю, что чтобы точно определиться, что лучше для тебя, нужно попробовать и то, и другое. В общем, я полностью довольна. Теперь я красотка с длинными волосами. Вот, похожу и обязательно потом сниму вам видео. Плюсы прям и минусы, наверное, всех этих наращиваний, когда узнаю конкретно, каково наращивание. Именно вот это в носке, в мойке, в окрашивании, в укладке и так далее. Вот, волосы я купила хорошие, вообще Hair Shop, вот, кстати, были вот такие ленты приклеены, Hair Shop. Она говорит, что это, ну, как бы одна из лучших фирм, и лучше не экспериментировать с чем-то китайским, потому что этот скотч, он может застревать в волосах, и потом долго его вычесывать, поэтому лучше вот брать и волосы Hair Shop хорошие, и вот эти вот клейкие ленты, скотч двусторонний тоже хорошие. Вот, что еще могу вам сказать? А, посмотрела я, как она делала, все-таки, знаете, там отделяла, что-то вымеряла и так далее, и я поняла, что, наверное, самой себе я их не наращу, а я вообще планировала их снять потом сама себе и нарастить сама себе. Ну, кто знает, может быть, еще кое-что в голову мне ударит, и я все-таки решу это сделать сама. Кристина посмотрела и сказала, я этого делать не буду, получается, только я сама, либо снова позову мастера. Вот, но это мы увидим уже в следующих видео. В общем, задавайте вопросы. Если я еще что-то не упомянула и о чем-то не сказала, я обязательно скажу в видео, что лучше, то или иное, плюсы, минусы, и включу туда ответы на ваши вопросы, если такие будут иметься. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую, прощаюсь. До следующего видео. Впереди у нас будет, наверное, и тонировка, и какое-то окрашивание, может, какие-то стрижки с нарощенными волосами. В общем, следите за моими влогами, за моими видео. А для этого вам нужно подписаться на мой канал. Обязательно поставить колокольчик, чтобы знать о моих видео первыми. Ну и лайк, конечно, этому видео. Я рассчитываю на вас. Все, люблю вас, целую, прощаюсь, до следующего. Пока-пока.